Семена бегонии вечно цветущей зеленой лесной Sprint Plus Rose, Sprint Plus Rose, высаживают в предварительно подготовленную почву. Выращивают растения в комнате, на открытом грунте. Часто становятся украшением сада, террасы, бордюров, клумбы. Компактные кустики высотой до 25 см быстро формируются, разветвляются, образовывая своеобразный букет. Диаметр доходит до 30 см. Первые бутоны появляются в начале мая, непрерывное цветение продолжается до наступления холодов. Привлекает внимание насыщенный розовый цвет лепестков, желтая серединка, глянцевые светло-зеленые листочки. Бегония вечно цветущая зеленая лесная Sprint Plus Rose – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для ракариев. Бегония прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. В качестве места выращивания бегонии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает бегония вечно цветущая зеленая лесная Sprint Plus Rose в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.